Bir müddət əvvəl Rusiya hərbçiləri tərəfindən qaçırılan Melitopol meri İvan Fedorov azadlığa buraxılıb. Bu barədə Ukrayna prezidentinin aparat rəhbərinin müavini Kiril Timoshenko Telegram kanalında məlumat paylaşıb. Melitopol meri İvan Fedorov artıq təhlükəsizlikdədir, deyə Timoshenko bildirib. O, Fedorovun əsirlikdən azad edilməsi üzrə xüsusi əməliyyatın uğurla başa çatdığını qeyd edib. Vanya sağ-salamatdır və prezident Vladimir Zelenski ilə telefonla danışıb. Çox yaxında İvan Ukraynanın Melitopol şəhərinin meri vəzifəsinə qayıdacaq, deyə Timoshenko bildirib. А, давай. Пан президент, добрый вечер. Добрый вечер, Иван. Як ты? Здравствуйте. Владимир Александрович, теперь значительно лучше. Я очень рад тебя слышать. Ну, голос живого человека. Спасибо. Нет. Спасибо огромное, что не бросили. Спасибо. Мы не бросаем наших. Ты что, о чем ты? Мне нужен день-два восстановиться, после этого готов выполнять любую вашу команду, чтобы День Победы наш наступил значительно скорее. И Мелитополь вернулся. Украинский флаг, который эти пидорасы сняли, пока меня посадили. 100%. Ну, два дня мы тебе не обещаем, Вань. Хорошо. Ты молодой хлопец, за один день восстановишься. Мы очень счастливы, что тебя забрали. Очень счастливы. Не удается пока всех забрать. Блокируют они бессовестные, как ты их назвал вот этим словом. В общем, ну мы поняли. Нет, нормально. Вырвалось на... Смотри, я тебя полностью поддерживаю, просто не все могу себе позволить. Я рад, что ты голос живой. Это самое главное. Ты мужик, герой, очень счастлив, спасибо, что ты с нами. Спасибо. Возвращайся. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо. Да. Спасибо. Все, жму руку. До встречи. Да, да, спасибо. Давай.